В наш быстрый век, когда успеть нужно многое в короткий промежуток времени, все больше женщин садятся за руль. Именно для мам «Автоледи» накануне Международного женского дня и решили организовать во втором здании школы номер 3 небольшую праздничную акцию. Сначала разминка, веселая викторина, а затем мастер-класс по изготовлению поделки, который провела руководитель творческого объединения «Город мастеров» Екатерина Чеснокова. Мамы совместно с детьми изготовили поделку «Горшочек с тюльпанами». При изготовлении тематического подарка юный инспектор ГИБДД напомнил «Автоледи» правила безопасности при участии в дорожном движении. Вам, автоледи, в лучший день весенний желаем расцветать, любить, сиять. Пускай приносит радость вам ваш день, чтоб за рулем могли вы отдыхать. Желаю вам любви, мгновений ярких, душевного тепла, приятных слов, улыбок, восхищения, подарков, сюрпризов, вдохновения, цветов. Эта позитивная акция подарила улыбки и прекрасное настроение женщинам, которые, получив весенние поздравления, обещали всегда быть внимательными, культурными и осторожными на дорогах. Вместе со сладкими подарками им желали, чтобы праздник подарил весеннюю нежность, радость и теплоту, побольше везения на любых дорогах и множество дружеских встреч, а также оставаться женственной даже за рулем. А вообще такой формат праздников, который у нас организовывает Екатерина Геннадьевна, он просто трогает до глубины души, потому что это не столько происходит в школе, сколько как будто находишься дома, в теплом кругу близких, друзей. Настолько хорошо организовано мероприятие. Очень много сказано хороших слов, поздравлений. Да и вообще такие вот мероприятия нужно проводить намного чаще, в большем кругу, чтобы многие познали вот эту вот теплоту сбора, так сказать, вот таких вот мероприятий. Также поучаствовали мы с ребенком в мастер-классе, сделали вот такой вот маленький небольшой подарочек. Очень также это вот тронуло, потому что не настолько часто приходится это делать ввиду занятости. Но, тем не менее, Екатерине Геннадьевне хочется выразить огромную благодарность за ее труд, терпение, а вообще за то, что она с нашими детьми настолько много занимается и находится рядом. Я очень благодарна родителям, мамам, что они пришли, отозвались и пришли. Вот, рада, что и дети смогли с ними поучаствовать. То есть вот такое совместное, как бы сказать, творческое мероприятие, что ли, творческое. То, что они вместе создавали, они вместе были. Вот, это очень было здорово, это было заметно по их улыбкам, по их отзывчивости вообще. И хочется поздравить в канун 8 марта всех женщин. И хотелось бы, чтобы это было не один день в году, а чтобы женщины радовались вниманию круглый год, наверное, чтобы это было вот каждый там день мужчина не то что дарил подарки, а внимание, чтобы это было не только раз в году, потому что женщина очень вдохновляет, заряжает энергией. Вот. И поэтому всю прекрасную половину человечества я поздравляю, желаю любви, весны и счастья. Светлана Баварская, Александр Кириллов, телеканал «Фурманов ТВ».